сложно комментировать такую игру, да, которая, на мой взгляд, была со взаимными шансами. И каждая из команд могла одержать сегодня победу. Единственное, чем я недоволен, могу предъявить претензии своим игрокам, это то, как мы играем в обороне со стандартных положений. В целом же, как бы, в принципе, я удовлетворенный уровнем самоотдачи, уровнем ведения игры. Вот хочу поздравить «Спартак» с заслуженной победой. И очень надеюсь, что мы проиграли будущему чемпиону страны. Спасибо двойное. Ну, с Александром Соломовичем, судя по всему, без комментариев. Ну, добавить, в принципе, нечего. Чего ломать традиции? Мы же одну и ту же игру смотрели, так что... Когда приступим к вашим вопросам, просто представляться и уточнять, как мы вопрос ответим. О, как, кстати, там секунду, давай секунду. Артем Макалов, «Советский спорт». У меня вопрос к Станиславу Соломовичу. Скажите, как Дмитрию Торбинскому проводить вот эти матчи, если он выходит и трибуна свистит? Большое давление. Хорошая была сегодня погода, игра была неплохая. Выиграли 3-1. Это вопрос последний, пожалуйста. Вы все время путаете вещи. Давайте как-то, не извините, что учу, но есть какие-то вещи, знаете, не надо. Я начинать, потому что есть еще А, Б, С, Д. То есть это последний? Отвечу, нет проблем. Хорошо. Давайте. Можно вопрос? Да. Господин Слуцкий, Алексей Шевченко сегодня Барьентосом, прокомментируйте эпизод. И вообще это эмоции или... Ну, я бы не стал так категорично утверждать, да, на мой взгляд, он не видел. То есть он действовал, конечно, эмоционально, но я не думаю, что там был умысел нанесения травмы. То есть поэтому я думаю, что он просто не видел, например, он тянулся, боролся за мяч, и я думаю, что он Иванова в этой ситуации мог даже не видеть. Согласен полностью с этим. Я думаю, что там был игровой момент. И, естественно, опасный. Если бы дали желтую карточку, и нашему бы дали желтую карточку. Потому что уж больно как-то все. Эмоции были больше у рефери, нежели у футболиста. Это первый и последний комментарий. Саня, ЗДВ плюс футбол. Вопрос Леониду Скульскому. Когда вот удаление такое раннее, в принципе, Барьентос ушел с поля где-то на 15-й минуте, есть всегда вероятность поменять игру. То есть вот Станислав Саламович заменил тут же, значит, ну, понятно, что через гол заменил игрока середины поля, фактически Баженов играл в середине поля, на защитника. В данной ситуации вопрос такой. Почему вы не стали менять уже в первом тайме? Ну, во-первых, мы проигрывали в этот момент, это раз. Во-вторых, я не считаю, что у нас такие сверх были проблемы в обороне. Да? И в-третьих, мы вышли сегодняшнюю игру выигрывать. То есть мы прекрасно понимали, что, может, в стратегической борьбе за третье место нас ничья бы устроила. Да? Но, на мой взгляд, знаете, лучше, когда ты имеешь возможность рисковать и пытаться выиграть, и при этом быть четвертыми, нежели там тихим сапом достичь третьего места. Это как бы философия. Ну, я добавлю к этому опять же. Вот мы с Родионом обсуждали, я в этой ситуации сказал, Слуцкому легче. Ему не надо ничего менять. Ему не надо было менять. Все правильно. Защитник уходит и... Защитник... Ну, не надо было менять. Конечно. Ему не надо ничего менять. Потому что... Так что, по-моему, коллега, с ним все идеально. Так что можете только представляться, уточнять ему вопрос не надо, мы дадим вопрос на двоих, все видите. Дмитрий Свинин, радиостанция Майкл Литвинович. Почему Лопес был заменен, который играл сегодня достаточно ярко, в отличие, скажем, от Адамова? Ну, здесь я согласен, да, вполне вероятно, что ошибка была в замене, да, но все как умны задним числом. Я очень надеялся, что Адамов все-таки сумеет реализовать момент, что Адамов с Бракамото все-таки сыгранная пара. Вот, и был расчет на то, что усилить атакующие действия. Согласен, да, что сейчас, как бы уже, когда задним числом, можно сказать, что можно было, конечно, менять бы не Лопеса, а Адамова на Бракамонте. Ну вот, как бы, не угадал. Что с Клинченко? А, Кировский Дмитрий, Спорт.ру. А что с Клинченко? Он ушел хромая, потом вышел, потом опять заменен. Как его здоровье? Ну, Клинченко вышел хромая, его смотрели, сделали обезболивающие там какие-то у них, я не знаю, чем это.
позанимаемся, потом, естественно, надо было выйти еще пару минут, чтобы показания наготовился. Точно диагноз будем знать завтра, послезавтра, когда он с ним или еще что-то там делать. Ну, надеемся, что это только ушиб, потому что хотелось бы, чтобы он был стройным. Тем более вы прекрасно видите, что он большую пользу команде. Еще сами. Вопрос ДДУ плюс. Странная была ситуация, когда Прудник вышел на замену, заменил Кудрюченко. Ну, со стороны показалось странное. Москва в этот момент поддавливала и, в общем, имела определенное преимущество в середине поля. В этот момент основного нападающего, который цепляется за мячи, меняет, выходит в руки. Вы не боялись, что игрок, в общем-то, не обладающий опытом, выходит на замену в такой игре при счете, при скосном счете 2-1? Понимаю, странная ваша реакция, но в данной ситуации... Нет, реакция у меня всегда была сильная. Но если по существу, вы сказали, вы ответили на свой вопрос. Да, Москва поддавливала. Ну, я понимаю. И мы хотели забить еще третий гол. Третий гол. Вот нам удалось, кстати, Фрудников два создал момент, один распорядился неправильно. Он вошел в игру очень хорошо. Он вышел в игру, потому что я видел, что целую неделю он готовится войти в игру, поэтому он вышел и не помог. А Рома дал все силы и сборной, и здесь, поэтому... Ну и на что вы хотели? Чтобы я кого выпустил? Нет, я просто... Есть определенные схемы, есть определенные вещи, которые мы наигрываем, делаем. И он вошел в игру и сделал свое дело. Так, в принципе, о чем я выпустил. Он помог команде, и Рома просто не был в состоянии уже держать напряжение защитников и, что самое главное, помогать нам в обороне, поэтому будут занимать. Станислав Иванович, у вас сегодня был жаркий диалог с Тихоном Калугиным, прокурором Мартынова. Эти диалоги иногда плохо заканчиваются. Что он вам ответил? Не комментируя его действия, просто скажите, что он вам ответил. Плохо заканчивается для кого? Вот для... Там не было диалога. Там был монолог, да? Во-первых, дело в том, что, насколько я знаю, все-таки боковой арбитр на сегодняшний день такой же активный участник игры, как и основной. Он ему даже никаких знаков не делал. Там, еще раз повторяю. Они, люди ошибаются, но когда в середине поля сбивают Титова, ну видно, что сбили. Ну не видел судья, но надо же как-то влиять на какие-то вещи. А так у нас диалога не было, потому что он стоит и стоит. Ну, помоги своим коллеге принимать правильное решение, вот и все. А так, я не думаю, что будет плохо заканчиваться, потому что ребята у меня хрупкие, так что разберемся. Слуцкому вопрос первый. Вы планировали играть как бы немножко вторым номером или Спартак все-таки активности, потому что мяч в первый тайм особенно вел игру Спартак? До забитого мяча, наверное, да. Дальше я... До забитого мяча планировали или просто Спартак поддавил, поддавливал так, что инициатива была все-таки у красного? Может быть, первые 15 минут, да, это вполне естественно. Да, в гостях у Спартака могут где-то моменты приспосабливания. Вообще нам отдать должное коллеги, если брать те годы, то действительно они все время играли практически вторым номером, а мы же видим, что команда растет, поэтому они могут во время игры менять. Есть кому, есть и они знают свои маневры, так что они, я бы не сказал, чтобы они играли вторым номером. Даже изначально просто так получилось, что мы быстро взяли инициативу и может быть. Этот второй номер связан не с тем, что был Москвой такой играть, а в плане того, что все-таки хотим или нет, Москва как команда, как каждый игрок.